Утро как утро. Бариста наливает кофе в стаканчик, протягивает покупателю. Вот только этот бариста не совсем обычный. В Японии открылась кофейня, где посетителя обслуживает робот. Его зовут Сойер, и он может подавать до 5 чашек кофе за раз. На одну чашку у него уходит около 4 минут. Это не первый подобный случай. Ранее в Шанхае открылся ресторан с роботами-официантами. В современном мире роботы все активнее участвуют в жизни человека. Это заставляет задуматься, в каких профессиях машины способны полностью заменить людей.